Привет. Привет. Как дела? Все, нормально. Нормально? А да. Тебя как зовут? Кирилл. А сестричку твою? Маша. Машенька, да? А где вы живете? В Михайловке. В Старомихайловке, да? Да. И вы живете здесь, это вы двойня, да, получается? Да. Да, такие вот дети. Я первый родился. Она вторая, да? Да. А скажи, как сегодня была обстановка в Старомихайловке? Стреляли. Сильно стреляли? Да, Маша говорила, что сегодня будет сильный прилет в 3 часа. Этого не было вообще. А еще 3 часов нет. Друзья, сегодня мы приехали в Старомихайловку к деткам, которые только что пережили сильнейший обстрел. Правда, еще неизвестно, в дома попадало или нет, вроде как нет. Но очень сильно стреляли, да? Вы прятались? Да, мы даже под кровать залазили. Друзья, вот так сейчас дети живут в Старомихайловке. Я не знаю, о чем думают политики, о чем там они думают, но дети сегодня были под кроватью вот здесь. Ага. Месяцев. У нас когда прилет был первый раз, они тоже тогда сильно напуганы были. Сейчас опять тут перепугались. Да, вот, видите, перебиты все. Сейчас опять, да. Только уже по 6 лет осознают все. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы помогаете деткам. А этим сволочам, я не знаю, как им, что им передать. Зачем стрелять по вот этим прекрасным, красивым деткам? Да, военные...